Уфимский перекресток проспекта Октября и улицы 50 лет СССР давно имеет дурную славу как место, где часто случаются ДТП. Из-за широкой проезжей части и интенсивного движения особенно опасными становятся повороты налево. Если в 2017 году зарегистрировано 9 фактов дорожно-транспортных происшествий на данном участке, то в 2019 году уже 13, в которых пострадали 32 человека и получили травмы различной степени тяжести. Причины были разные, как и выезд на перекресток при запрещающем сигнале светофора, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестка и так далее. Как сообщили в ГИБДД, в отношении этого перекрестка поступило много жалоб от жителей города. Межведомственная комиссия приняла решение изменить здесь режим работы светофоров. Для того, чтобы стабилизировать обстановку на аварийно-опасном участке дороги, было принято решение о том, чтобы установить на светофорном объекте дополнительную секцию движения налево в обоих направлениях по улице проспекта Октября. Такая мера призвана развести во времени поток машин, совершающих левые повороты с проспекта Октября, и встречный поток машин, движущихся прямо. Кроме того, специалисты УФА Горсвета изменят суточное расписание работы светофора. Прежде в часы пик здесь включался специальный режим, позволяющий сократить пробки. Теперь он будет скорректирован в сторону большей безопасности. В первую очередь для нас, конечно же, это безопасность людей, безопасность наших граждан. Поэтому приходится чем-то жертвовать. Допустим, могут возникать заторные ситуации, зато снизится аварийность на данном светофорном объекте. Насколько эффективными окажутся эти меры, покажет время. В ГИБДД также сообщили, что на дорогах Уфы насчитывается еще 9 очагов аварийности. Артем Валитов, Лилия Галлямова, городской телеканал ЮТВ.